И вот я снова в Домбае, в одном из излюбленных мест отдыха для сотен тысяч туристов и для меня в том числе. А все потому, что здесь не только невероятные природные пейзажи, но и бескрайние возможности для активного отдыха. Здесь огромное количество экотроп и категорийных маршрутов на любой вкус. Я еще не знаю, чем я займусь сегодня. В прошлый раз я была в Алибекском ущелье, в этот раз выберем какое-нибудь другое. У меня целый день впереди, сейчас 8 утра, и, пожалуй, я выберу маршрут, который займет целый день. Посмотрим, во сколько я смогу снова оказаться здесь и рассказать о том, как прошел мой день. Ну, а сейчас, я думаю, пора заселяться. Поиск подходящего жилья, даже если вы приехали только на выходные, это первое, с чего любой грамотный турист начинает свой отдых. А сделать это иногда бывает совсем непросто. От количества возможных вариантов легко потеряться. И сейчас каждый, кто хоть раз бывал в Домбае, понял, о чем я говорю. В этом маленьком курортном поселке меньше 700 жителей, но гостиниц и отелей больше, чем на большинстве горнолыжных курортов Австрии. Но даже приезжая совсем ненадолго, самыми важными являются три критерия. Комфортные номера, радующий кошелек цены и, конечно же, превосходная картинка, открывающаяся из окон. В горах ведь совершенно не хочется пить утренний кофе с сомнительным видом на балконы соседнего дома. А потому я остановила свой выбор на относительно новом, но уже успевшем полюбиться приезжим гостям отеле «Меридиан». На его территории с собственной парковкой есть несколько корпусов. Отель может вместить порядка полусотни постояльцев. Приезжайте отдохнуть всей семьей или большой компанией, не ошибетесь. Здесь умело создают атмосферу по-настоящему домашнего уюта, сочетая ее с европейским шиком. Цены же и вовсе приятно удивят даже в высокий сезон. Номерной фонд включает в себя традиционную линейку от улучшенного стандарта и полулюкса до люкса и даже отдельных апартаментов. Хотя, на мой взгляд, даже в самом бюджетном номере легко себя почувствовать особой царских кровей. Ух! И даже на картине королевская птица. Символ королевского отдыха. А что, я заслужила? Когда приезжаешь в любую гостиницу, самое важное – это вид из... Ух ты! Вот это я понимаю, вот это круто! Нет, ну при таком раскладе зачем вообще павлины на стене? Ну, это же просто раз-раз-раз-раз, вот так вот берешь и готовый пейзаж. Круто! Но даже если вам вдруг мало такого захватывающего вида, то в этом отеле вы вполне можете найти и другие развлечения. Редкий турист откажется попариться в русской баньке с березовым или эвкалиптовым веником. Ну, настоящая ароматерапия. И для здоровья полезно. Разнообразить вечер можно и партией в бильярд. Но как ни крути, все же вы находитесь на Кавказе, а значит, даже самые незначительные детали будут напоминать вам о местном гостеприимстве. Расположенный на территории отеля ресторан предлагает отдыхающим блюда европейской и традиционной кавказской кухни. В таких условиях и дальний поход в горы может показаться избыточным удовольствием. Я думаю, в этой гостинице можно провести целый день. Возможно, я однажды так и сделаю. Но сейчас мое внимание привлекла Бонда река. Интересно, что можно найти в ее верховьях? Я думаю, в этот раз это нужно проверить. Ну как можно усидеть на месте при виде такого пейзажа, открывающегося на ущелье Манаус? В этой части Домбая я еще не бывала, а потому идея прогуляться казалась мне более чем подходящей. В советские годы именно через это ущелье можно было попасть в Абхазию. Ну а в наши дни в приграничной зоне стоят контрольно-пропускные пункты, и чтобы пройти по маршруту, необходимо предъявить или оформить на месте погранпропуск, а также заплатить экологический сбор, ведь вы находитесь в заповеднике. У КПП я и встретила своего давнего знакомого Тимерлана. Он работает в Домбае автогидом.
Но в этот раз он решил оставить свой всеми узнаваемый вездеход, ставший чуть ли не одним из символов поселка, и вместе со мной отправиться по заповедным тропам. Тимур, скажи, а вот это вот зуб суфруджу, да? Да, зуб суфруджу. Это из-за формы, я так понимаю? Ну, похоже на клык, да, похоже на клык суфруджу. Но, насколько я знаю, суфруджу – это, ну, типа, зуб снежного барса. Как бы по легендам, в наших горах обитали снежный барс. Ну, и... Серьезно? Да, вот. А до сих пор обитают, интересно? Как? До сих пор обитают? Ну, не знаю. Фотоохотники охотятся со своими фоторужьями за ними. Ну, те, в чьих это интересах вообще делаем. Ну, пока еще. Кто-то говорит, видел, кто-то говорит, что это ложь. По-разному. Ну, я очень надеюсь, что сегодня мы их не встретим. Да, помурлыкают, да, нам. Как и большинство экологических маршрутов Тибердинского заповедника, этот хорошо промаркирован, поэтому, чтобы заблудиться, нужно приложить определенные усилия. Но, откровенно говоря, меня грела мысль, что со мной в пути находится опытный гид. По всем этим тропам и перекинутым мостикам уже ходили тысячи пар усталых туристских ног. Пришло время пройти по ним и мне. Но в этот раз я действительно не представляла, что именно меня ждет впереди. Радовало, что Тимерлан дорогу знает. Впрочем, довольно быстро не крутой, но непрерывный подъем в гору начал слегка утомлять. Меня очень радуют две вещи. Первое – это то, что мы почти дошли до прохода по гранд-зону. А вторая вещь – что пограничники, судя по всему, крайне оптимисты. Я не знаю, на чем сюда можно въехать, но они, видимо, въезжают. Нам где-то с пешком. Тимур, ты попроще не мог маршрут выбрать для легкой прогулки? Ну, это самый такой, в принципе, для почти для всех доступный маршрут. То есть сюда много туристов ходят, да? Ну, да, последние пару лет прям... увеличился поток именно пешеходов, и это один из таких, да, востребованных туристами маршрутов. Слушай, я постеснялась спросить, сколько раз уже сюда ходил? Да раз 10-20. Кто, я? Ты? Я первый раз сюда тоже иду. В смысле? Нормально. Ну, вот так первый раз. Нормально, классно. Не парься. Ну что ж, теперь мы с Тимерланом, значит, на равных. Оба увидим сокровища Манаусского ущелья впервые. Водопады, про которые говорят, что они во всем заповеднике, самые необычные. Однако мой напарник по прогулке, хоть и не бывал в этом ущелье, знал о нем довольно много. Благодаря Тимуру я узнала, что Манаус считается самым маленьким и узким ущельем в Домбае и по совместительству самым мрачным, холодным и потому неприветливым. Но все же невероятно красивым. Между деревьями угадывались очертания далеких вершин, которые с каждым шагом становились все больше, и меня переполняло предвкушение чего-то особенного. Считается, что этот маршрут нетрудный, и он подходит как для людей в возрасте, так и для детей. Но, честно признаться, первая часть пути меня изрядно утомила. Как-то спустя полчаса легче особо не стало. Тимур, это хорошо, он каждый день тренируется. Походу, тоже придется. Сейчас я все жду момента, когда появится второе дыхание. Вот сейчас оно должно появиться. Сейчас. Да, наверное, хотя нет. В любом случае, надо идти дальше. Боже мой, я не верю, но, кажется, я все-таки смогла дойти до первого водопада. Ну, почти дойти, судя по табличке. И я надеюсь, что он невероятно красивый и стоит потраченных усилий. Посмотрим. Вот что-то название только его меня слегка настораживает.
Наверное, с самого начала нужно было уточнить, что и название всего ущелья Аманаус в переводе с карачаевского языка не сулит ничего хорошего. Злая пасть. Нет, Аманаус все же звучит как-то приятнее и даже экзотично. А вот чертова мельница звучит как-то очень по-русски, и это настораживает. Оказалось, это самый настоящий каньон, причудливо изогнутый, очень узкий и как будто сдавливающий между собой ледяной поток. По-настоящему захватывает дух. Нет, в целом, этот водопад меня не разочаровал. И теперь я понимаю, почему ущелье носит такое зловещее название. Оно действительно напоминает огромную каменную пасть какого-то чудовища, из которой извергается такой мощный белый поток. Ух! Пенящаяся и бурлящая река, грохотом и брызгами заполняющая собой всю теснину, это невероятное зрелище и даже немного пугающее. Скалы в этом месте выглядят случайной шуткой природы, и кажется, что они как будто готовы вот-вот обрушиться. Подходить к краю смотровой площадки слишком близко и правда не стоит, но я все же нашла вариант увидеть водопад почти во всей красе. Хорошее место для отдыха, правда? Хотя на самом деле все не просто так. Мне один умный человек подсказал, что на этой смотровой площадке лучше всего не стоять, а прилечь и попробовать заглянуть за край скалы. И тогда можно увидеть водопад с совершенно неожиданного ракурса. И действительно, он сейчас похож на огромную белую извивающуюся змею. Очень захватывает. Чёртова мельница действительно оказался одним из самых необычных водопадов не только Домбая, но и всей Карачаево-Черкесии. В целом, дорога к нему заняла порядка полутора часов, и это с учетом всех передышек. Я поняла, что приходить сюда стоит или рано утром, или уже после обеда, потому что в так называемый туристический час пик на этой площадке будет просто не развернуться. А если вам повезет побыть с этим водопадом наедине хотя бы 20 минут, впечатление будет в сотни раз сильнее. Лично я долго не могла оторваться от вида этого мощного потока, грубо прорубающего себе путь сквозь скалы и уверенного в собственной правоте. Налюбовавшись водопадом, мы с Тимерланом продолжили путь. Он рассказал, что в глубине ущелья находятся еще одни водопады, которые называются Суфруджинские. Правда, путь к ним не близок. Зато их вид тысячекратно оправдает все потраченные усилия. Ну и как тут можно было устоять? Если по дороге к чертовой мельнице туристы нам встречались постоянно, то на этом участке маршрута было ни души. Вероятно, далеко не каждый осмеливается пройти дальше, пугает и расстояние, и сложность маршрута, да и в целом неизвестность. Хотя, на мой взгляд, туристы многое теряют. Тропа становится гораздо легче и местами перестает бежать в гору, превращаясь в обычную тропинку через ручьи и крупные валуны. А тишину вокруг заполняет эхо грохочущей вдали воды и звуки леса. Слушай, мне кажется, я уже вдали что-то вижу. Это да. Что? Водопад. Это Суфруджинский водопад. Тот самый Суфруджинский водопад? Да. Слушай, мне кажется, он не выглядит как самый большой водопад Карачаево-Черкесии.
Но это его первый каскад, а следующий вот там за скалкой прячется, где вот эта дымка, ну, то есть вот эта пыль. Это нам еще туда идти? Это нам еще до туда, да, надо добраться до него. Тогда нам нужно немножко передохнуть. Слушай, а эта вода, она вообще чистая, ее можно пить? Вода чистейшая, да, питьевая вода. Не содержит в себе никаких минералов, ни полезных, ни бесполезных. Талая вода. Отлично. Действительно, глупее вопросы придумать нельзя. Как же в горном Домбае вода может быть не питьевой, ведь течет она из самых ледников. Правда, никаких фильтров не нужно. Правда, и холодная она настолько же, насколько и чистая. От одного глотка аж зубы сводит. Но на то и ледниковая. Помните, в самом начале мы с Тимерланом говорили о вершине под названием Зуб Суфруджу? Вот именно к склонам этой горы мы и подошли практически вплотную. А громадный ледник, как кусочек свежеоткушенного яблока, лежащий под зубом и рождает водопады, к которым мы подбираемся. Хочется выразить большую человеческую благодарность сотрудникам заповедника, которые регулярно маркируют каждый из экологических маршрутов. Без них мы бы здесь просто заблудились. Просто невозможно по этой каменной осыпи найти верное направление, если не знаешь наверняка, куда идти. А здесь, хоп, красная меточка, хоп, красная стрелочка. Все как положено. Все как человеков. Для человеков. Ой. Так, по меточкам да по стрелочкам, пробираясь в самые глубины ущелья, невольно начинаешь себя чувствовать немного оторванным от остального мира. Дорога к водопадам действительно оказалась не близкой, но философским мыслям не позволила разгуляться подступающий легкий голод. Боже мой, настоящее бистро под открытым небом. Вот голодно. Я здесь точно не останусь. Я надеюсь, медведей здесь поблизости нет. Ну-ка. Сладкое. Хоть как лучше. Удивительная особенность суфруджинских водопадов состоит и в том, что ты видишь их где-то вдали почти на протяжении всего пути. И кажется, вот еще пара сотен шагов, и вот же они. Рукой дотянуться можно, но ощущение это раздражающе и обманчиво. Если вам показалось, что идти осталось минут 20, уж точно умножайте на 3. Хорошо, хоть Тимерлан всю дорогу развлекал меня туристическими байками, да и общая атмосфера этого места довольно медитативна. Горы и правда успокаивают и зарядно воодушевляют. Гораздо худшего. Ну, да в целом, последняя часть подъема, она такая довольно утомительная. Но с другой стороны, когда сюда поднимаешься, а это высота порядка 2000 метров, посмотрите, какой вид открывается! Весь поселок Домбай. По-моему, просто невероятно. Без всяких канаток, пешком. Но гораздо больше, чем вид на поселок, меня радует совершенно другой вид. На самом деле, он просто поражает воображение. Как-то издалека казалось, что он совсем маленький, а здесь ну, это просто громадина. И это при том, что это маленький суфруджинский водопад. И страшно представить, какой же большой при ближайшем рассмотрении. На самом деле здесь очень-очень холодно. Прям такая ледяная свежесть. Ой! От водопадами попробую все равно подобраться еще чуть поближе. Промокну, так промокну.
этот водопад действительно стоит потраченного времени и сил. Освежающий, красивый и такой высокий, что полностью окинуть его взглядом можно только издалека. Я сначала даже посмеялась над тем, что назвала его малым, пока не увидела второй водопад, спрятанный за скалами неподалеку. У меня вызвал полный восторг тот водопад, но оказывается, этот что-то просто невероятное. Он действительно оправдывает звание самого крупного водопада Карачаева-Черкесии. Уже отсюда чувствуется, насколько же он большой. То есть здесь ледяной ветер просто. Уже не пойду. Во-первых, я промокну насквозь, то что даже до сюда долетает стена водяных брызг. А во-вторых, мне кажется, именно с этой точки он открывается с наиболее выигрышной стороны. Посмотрите, какой невероятный. После такого зрелища все остальные водопады покажутся горными ручейками. Оглушающий поток, не позволяющий подобраться слишком близко и несущий свои воды с самой шапки ледника, оправдывает свое звание одного из самых крупных водопадов во всей республике. Затянутые пенными струями камни вместе с потоком срываются вниз с высоты в несколько десятков метров. Суфруджинский водопад стал для меня одним из самых ярких проявлений всей мощи природы этих гор. А что касается Тимерлана, он не особо удивился. Донбайских гидов вообще впечатлить сложно. Ведь они прекрасно знают, что мало какие места могут посоревноваться с красотой и величием этого уголка Северного Кавказа. Я снова в поселке, 8 часов вечера, и мой день, и мой маршрут официально завершены. Несмотря на усталость, несмотря на дикую боль в ногах, и как хорошо, что весь обратный маршрут остался за кадром, я могу сказать, что в Домбай необходимо приехать каждому. Приехать, насладиться этими горами, этим воздухом, и попробовать пройти по одному из путей. Как говорит моя съемочная группа, у самурая нет цели, у самурая есть только путь. Можно перефразировать и сказать то же самое о путешественниках. Так вот, выбирайте для себя тот путь, который подойдет именно вам. И я уверена, ваша жизнь изменится.